В Святогорске на мемориальном комплексе Великой Отечественной войны также отметили 70-летие со дня освобождения Донбасса. Возле памятника Артему собрались ветераны, представители власти, студенты и школьники. Защищая соседние села, в этом районе полегли 15 тысяч солдат. Их память почтили минутой молчания. К мемориалу возложили цветы. Я был участником в этих боях. Я знаю, как здесь сражались наши бойцы. Тяжелые. Таких місць у нас багато по області, і сьогодні, і завтра в усіх населених пунктах будуть і святкувати перемогу 70-річчя, і вшановувати пам'ять загиблих і тих, хто поліг, визволяючи нашу Донеччину.